Всем привет! Вот приобрел для съемок вот такая вот селфи-палка в сложенном состоянии. Она, у нее длина 28 сантиметров. Разлаживается где-то 1 метр 13 сантиметров, 113 сантиметров. Вот так она вот разлаживается. Вот. И здесь с маленьким поворотом фиксируется. Вот так вот. Я всю вот так вот. Вот такая она длинная выходит. 113 сантиметров. На конце резьба. Стандартная для фотоаппаратуры. Вот слаживается с легким проворотом. И вот так вот. Так раз и зафиксировано. Вот такая вот селфи-палка. Удобная, легенькая. Не шатается, не, ну, вибрации почти нету. Так, еще приобрел вот такой вот металлический зажим. Сплав, по всей видимости, какой-то алюминиевый. И вот такой вот захват механический. Где-то от 15 до 50 миллиметров можно вот так вот захватить. Например, для велосипеда на руль очень удобно, быстро. Мобильно поставил, раз, и уже зажал. Так, и еще в комплекте шла вот такая вот поворачивающаяся головка. Вот, ее можно, в принципе, вот селфи-палку вот так вот накручивать. Здесь тоже стандартные резьбы для фото. Ну, допустим, вот так вот. Можно выдвинуть селфи-палку на 113 сантиметров. Вот, здесь поворотная головка. И вот так вот где-то закрепить, вот где-то зажать, и вот так вот можно снимать. Или же можно просто без селфи палки я обычно использую на руль. Вот так вот, так вот раз, и все. Здесь поворачивается головка, наклонять можно и по 90 градусов, и сама головка поворачивается на 360, вот так вот, и на руль, раз, зажал и поехал. Надо, быстренько снял, ну, куда-нибудь, для каких-то других целей. Вот такой, вот такие вот новые приобретения. Всем спасибо. На этом все.